Музыкант, который не нуждается в представлении, выступил в Москве. Но только узнать его внешне не так-то просто. Матисьяху приехал обновленным. Столица встретила его снегопадами. Сегодня на концерте я спою свои самые жизнерадостные песни. И вот увидите, завтра выйдет солнце. Потому что когда ты сам излучаешь радость и тепло, пространство отвечает тебе тем же. Конечно, иногда мне тоже бывает грустно, но музыка дает невероятный заряд энергии. Преображение Матисьяху было оформлено окончательно вместе с выходом нового студийного альбома, получившего название «Spark Seeker». Все меняется, мы эволюционируем, и, конечно, внешность – это важный аспект, который отражает наше внутреннее состояние. Я решил избавиться от всех внешних атрибутов и глубже погрузиться в себя. Образно можно сказать, что я долго строил свой собственный храм, потом разрушил его и теперь отстраиваю заново. Последний альбом Матисьяху был записан в Лос-Анджелесе при активном участии продюсера, работавшего ранее с такими звездами, как Ники Минаж и Киша. Альбом записан и звучит иначе, чем все остальные работы. Я все время ищу что-то новое. В этом смысле очень полезно сотрудничать с разными людьми. Также очень здорово помогает расширять границы прослушивания самой разнообразной музыки. Артист растет тогда, когда миксует в своем творчестве самые разные стили, от рэпа до регги, например. Несмотря на внешние изменения, концерт Матисьяху по-прежнему был наполнен бешеной энергетикой и позитивом. Когда закончится тур, я вернусь домой в Америку. Хочу побыть с семьей и начну писать новые песни в совершенно разных стилях. В июле я снова планирую отправиться в тур по Европе и вернуться в Россию. Я люблю Россию. Что ж, будем ждать новых альбомов и надеемся, что Матисьяху снова удивит нас своими новыми работами. What's up? This is Matisyahu. You're watching A1 Hip Hop Channel.